Всем привет! Если вы собрались на природу, а привычная картошка на диске поднадоела, тогда обязательно посмотри полное видео на нашем канале. Удивишь всех! Пельмени обжариваем в масле до золотистой корочки. Нарезаем овощи. Обжариваем все в казане без пельменей. Добавляем томатный сок. Томим на углях. Добавляем к овощам пельмени. Блюдо готово. Переходи на наш канал и смотри полное видео.